Дырэктар сярэдняй школы нумар 23 горада Брэста Тацяна Каласэй стала ўладальніцай ключоў ад галоўнага прыза імгненнай латарэі «Белавежская пуша» аднапакаёвай кватэры ў Брэсце. Прызнаецца, што чалавек неазартны білет выкупіла на работе і вырашыла адразу выпрабаваць удачу. Я стала сразу выціраць сваю латарею і прачытала «Дом». Вот, это было в присутствии моих заместителей. Ну, все, вау, ой, что значит дом? Мы позвонили сразу в Брестские лотереи. Нам ответили, ну, дом, это значит дом, квартира будет детям. У меня двое взрослых детей, у них семьи, поэтому, ну, решим. Удача усміхалася і раней, кажа пераможца, не ёй асабіста, а ўсёй школе. Двойчы за кошт мясцовых латарэй быў закуплены спартыўны інвентар. Справа ў тым, што значная частка сродкаў ад рэалізацыі білетаў ідзе на сацыяльныя патрэбы в обласці. Это дополнительный источник финансирования бюджетных организаций. Пускай небольшой, но чем больше мы будем участвовать, тем больше вот этот источник. Я хочу предложить играть, и если ничего не получится выиграть, лично для себя, в этом выиграет общество, выиграет наш город, выиграет наши учреждения образования, культуры, физкультуры, здравоохранения. Усё вырашае барабан удачы. Менавіта ён вызначае шчаслівы нумар выйгрышных білетаў 14-га тыражу латарэі «Брэсцкая крэпасць герой». Усяго прададзена больш за 50 тысяч білетаў. Галоўны прыз – 10 тысяч рублёў. Праверыць сваю удачу можа кожны на сайце bellato.by. По этим лотереям каждый третий, четвертый билет выигрышный. То есть это очень хорошая выигрышность. Ну, понятно, что призы от стоимости билета и выше. Человек, даже если он где-то не выиграет квартиру, не выиграет крупный приз, он останется при своих деньгах. Да тысячагоддзя Брэста рыхтуецца выпуск юбілейнага тыражу латарэі «Брэсцкая крэпасць герой». Там запланирован выпуск 75 тысяч билетов общей стоимостью одного билета 3,5 рубля. В качестве призового фонда главного запланированы 3 автомобиля. Вот, то есть не один автомобиль, а 3. И множество денежных дополнительных призовых выигрышей. А сёмая серыя мясцовай латарэі «Белавежская пуша» прымеркавана да значнай падзеі лета. Другіх еўрапейскіх гульняў на білетах змесцяць фота 10 самых таленавітых спартсменаў Брэшчыны. Білеты будуць прадавацца па ўсёй краіне. Крысціна Пратасавіцкая, Юрый Плінда, Тэлерадыёкампанія Брэст.